Вот у нас сегодня утро. Решил заснять тут немножко, как у нас уже почти весна наступила. Асфальт уже подтаял. Игнатий Иванович, он решил одно дело сделать доброе. Там убирали по осени дом двухэтажный деревянный, сносили его, потому что бесхозный стал. А всякие недобрые люди стали появляться. Вот это мне все это убирали. Еще даже снег уже потом был. Все это осталось под снегом. Вот сейчас Игнатий решил дочистить, чтобы можно было ходить спокойно. Да вы главное здесь уберите, Игнатий Иванович. Ой. Главное здесь уберите. Да. Я сейчас здесь все сделаю. Вот он кидает. Охота ему что-то сделать тоже доброе. Вот такая вот. Где вот эти провалы, различные ямы. Там они зарывали мусор, который тут оставался под землю все. Не знаю, зачем так сделали, но вот так вот сделали. Яму вырыли большую эскалатором и туда загнали. Это вот от сарайка стоял, видимо, там какой-то погребок был. Здесь асфальт-то хороший. Там брат Игорь приехал за мной. По пути меня везет, по делам тоже. Ходили, выходим туда там, по улице идем, где машины ходят. Ну все, Игнатий, за мной приехали, мне надо идти. За тобой? Да. На. Вот, сейчас подойдешь вот до этого места. Да это долго. Это немало. Лопаты-то убрать. Она, видишь, растаяла. Все. Все, пошли? А? Пошли. Я ушел туда, к мосту, прогуляюсь. Ну все, Бог помощь. Ну давай. С Богом. С Богом. С Володей легко разговаривать. А там Игорь заехал за ним. Это машина, Игорь Дубунов. О, тут двухэтажный дом был. Все, такой шум стоял у них, проваливается все. А вот зимой разобрали его, убрали. Тут, видать, кто-то будет строиться. Не знаем, как это повлияет на нас. Забор тут поставили. О, собачки Игоревы бегают. Все, пошел на мост побеседовать, как говорится, с волнами, как... Профит-эксперт. Вот тоже разобрали, что-то построили люди. Никому не мешают, работают, много машин. Не нужно было бы их, не было. А вот это вот сзади, видать, вот это здание. Это бывший какой-то там золотопромышленнику доставался. А потом мы сделали краевой суд. Там меня осудили, по этапу отправили. Вот оно какое здание. Один какой-то там был хозяин. А теперь там музей литературы, искусства, истории, что-то такое вот.
все меняется в жизни. Пошел. Вот какие таблички висят. Пожалуйста. Поэтому мне бригада. Вот так. А тут здание вон строится, 20 с лишним этажей. Вот так. А это наша колонка здесь. До колонки доходим. Была рядом, в 3 раза дольше теперь идти. Ну, на прогулку свалим, все. Вот он. Ну, вода есть, слава богу.